Добрый всем день! Сегодня у нас 16 августа 2022 года, Харьков. И сейчас более-менее тихо. Я вышла в аптеку, думала вообще сегодня никуда не выходить. Вот все спрашивают, куда ты постоянно ходишь? Так же и хожу. Думаю, так, все купила, выходить не буду. Потом в аптеку. Всем нужны лекарства. Нора все время чихает, от аллергии надо, другим другое надо. В общем, опять список. Цены сейчас вообще космические. Не знаю, хватит, не хватит, но на что-то хватит. Потом еще надо зайти в магазин, купить лук, набрать воду. В общем, такие обычные дела. Хочу всем вам сказать спасибо большое, кто поддерживает меня, пишет мне слова поддержки. Спасибо вам большое, кто переживает. Это тоже очень важно. Я ценю это, что вы нас будь здорова. Может, я же говорю, аллергия. Сейчас зайдем купим. Спасибо вам большое, что смотрите мой канал. Спасибо, что подписываетесь. Кто еще не подписался, подпишитесь, пожалуйста, обязательно. Еще у меня были такие несколько комментариев. Человек спрашивал, и не один, за последнюю неделю, почему не приходят оповещения о видео. Раньше я ваши видео увидела, теперь вы что, не снимаете? Я снимаю видео каждый день. Если вам не приходит оповещение, нужно подписаться и нажать колокольчик, и тогда оповещение по-любому будет к вам приходить, и вы не потеряете мои видео. Еще будет распаковка сегодня, так как я обещала картин. Мы сейчас приехали к бабушке. Амиранчик остался с бабушкой надувать шарики. Мы сейчас вернемся, покажем, если у них все получилось. Вот какой у нас шарик получился. Надули с бабушкой шарик? Надули? Нет? Ты не покажешь мне шарик? Испортилось настроение. А что ты хочешь? Говори, что. Сисю? Ты уже большой. Сейчас будешь кушать отбивную. Ты что, как малявка себя решил вести, да? Нет, Сисю, уже ты большой кушать. Мама. Ну что? Давай с шариком поиграем, а потом покушаешь мясо. Все. Уже время спать. Время спать, скажи. Время спать. Кто такая смешулька? Кто такая смешулька? Ты не хочешь сниматься? Ну, не будем. Помаши всем. Пока-пока, скажи. Спокойной ночи всем. Правда, сейчас еще час дня, по-моему. Итак, как я и обещала, вчерашние две посылочки. Сейчас мы откроем. С позволения хозяина. И посмотрим, что же там. Ему самому интересно, что там. Мы с ним перезваниваемся. И, конечно же, человеку самому интересно. Вот представьте, вот он их купил. У него дикое желание, я так понимаю, посмотреть, рассмотреть, распечатать. А он не может. Потому что сейчас не может. Ну ничего, вернется. Все посмотрит, хоть на видео посмотрит, что там купил. Думаю, ему тоже будет интересно. Он меня спрашивает, ну что там смотрела? Я говорю, нет еще. Блин. Так. Красотень. Так, сейчас мы это распечатаем. Сейчас я уберу пленку. Так, я освободила от пленки полотно, и теперь оно свободно. Красивая. Красивая работа. Это современная работа, видите? Натюрморт с тыквой. 2021 год. Березина. Мне нравится вообще.
Хорошая. А вам как? Напишите в комментариях, как вам. Вова, я думаю, ты тоже посмотришь видео, посмотришь, что тебе приехало. Сейчас вторую распакуем. Так. Нора, я снимаю видео. Так. Что же там? Много бумаги. Красотень какая. Я знала, что если Вова что-то выбирает, он купит хорошую работу. Это этот же автор. Карина Березина, только уже 2022 год. Картина современная, но хорошая. Сейчас я ее освобожу от... Видите? Пленка сейчас. Вот она. Замечательная такая задумка. На старинной швейной машинке сидит попугай. И рядом какая-то птичка. Это тоже попугайчик, просто обычный? Или это какой-то другой породы птичка? Не знаю. Напишите мне в комментариях, кто что думает. Это просто попугайчик волнистый или какая-то птичка? Хорошая работа. Такие вот приехали. Вчера картины с аукциона. Я только сейчас увидела. Смотрите, здесь еще бабочки. Это холст, но он натянут на не подрамник, а картон. Вот так вот. Здорово.